Всем привет! Сегодня у нас очередной обзор, в котором мы совершим перелет из Москвы в столицу Республики Беларусь. Летим мы на 15-летнем Боинге 737-800 авиакомпании «Белавия», которая является национальным и единственным авиаперевозчиком в Беларуси. Сейчас, когда в пандемийное время международные перелеты возобновляются и возвращаются в нашу привычную жизнь, данная авиакомпания также постепенно увеличивает частоту рейсов между Москвой и Минском. На данный момент рейсы выполняются во все 4 аэропорта Москвы. Мы же сегодня летим из терминала D аэропорта Шереметьево, который входит в южный терминальный комплекс. Данный терминал обслуживает как внутренние, так и международные рейсы, а строительство его завершилось в 2009 году. Напоминаю, что теперь вы можете официально поддержать канал и оформить спонсорство, получив взамен различные бонусы и привилегии. Об этом подробно вы сможете узнать, если перейдете по ссылке, которую я оставлю в описании данного видео. Естественно, не забудьте подписаться на канал и нажать в колокольчик, если по каким-то причинам не сделали это ранее. Только так вы точно не пропустите ни одного нового обзора и поможете с развитием канала. Спасибо. Приятного полета. Добрый день. Дякую за увагу. Уважаемые пассажиры, приветствуем вас на борту самолета авиакомпании «Белавия». Мы выполняем самолет авиакомпании «Электрифат Эйрвей» национальный аэропорт. Для нашей безопасности во избежание преграды к выходу размещайте свои вещи на багажной полке или под креслом перед вами. Рядом с креслом, рядом с аварийными выходами, все личные вещи разрешаются размещать только на багажной полке. Обращаем ваше внимание, что использование приема передающих электронных устройств допускается только в полетном режиме. Благодарю за внимание.
прижмите ее к рту и носу, дышите спокойно. Пожалуйста, обеспечьте кислородом сначала себя, прежде чем помогать детям или другим лицам. In case of decompression, oxygen masks will automatically drop on the panel above you. Pull the mask down to start the flow of oxygen, breathe through your nose and mouth and breathe normally. Please put your own mask first before helping children others. Более подробно с аварийно-спасательными средствами вам поможет ознакомиться с инструкцией безопасности, расположенной в спинке кресла перед вами. Пожалуйста, внимательно просмотрите перед взором. We also draw attention to the safety card, which is located in seat pocket in front of you. Please review this card carefully before take-off. А сейчас, пожалуйста, откройте шторки иллюминаторов. Застегните ремни безопасности, приведите спинки кресла в вертикальное положение, опустите подлокотники, а также закройте столики. Ноутбуки и другие электронные устройства большого размера, а также личные вещи разместите на багажной полке или под креслом перед вами. Обращаем ваше внимание, что в случае необходимости экипажа все электронные устройства должны быть выключены полностью. Мы благодарим вас за внимание, желаем вам приятного полета с авиакомпанией «Белавиа».
Открывайте багажную полку, найдите свое место, пристегните ремень безопасности. Спасибо. Уважаемые пассажиры, приветствуем вас в Минске, национальный аэропорт Минск. Температура воздуха 8 градусов выше нуля. Просим вас оставаться на своих местах до полной остановки самолета, пока не погаснет световой табло, застегнуть ремни. Напоминаю вам, будьте осторожны при открытии багажных полок и не забывайте свои личные вещи в салоне самолета. Мы благодарим вас за полет с нами сегодня, надеемся на новую встречу на самолетах авиакомпании «Белавия». Хорошего дня, до свидания.